Ну, первый тайм не получился. Очень плохо сыграли вообще. Не знаю, три паса не могли сделать. Мяч вообще не держался. Со стандарта пропустили. Не знаю, второй тайм вроде здорово начали, быстрый гол забили. Кучу моментов имели, не реализовали, не знаю. Не знаю, что добавить просто. Ну, ничего, что делать, будем работать дальше. Вот эта твоя рана, которую ты в финале Кубка получил, она никак не заживает. Сейчас вот снова тебе досталось. Ну, да, ударили то же место. Ну ничего, я надеюсь, заживет. В целом, Слуцк, вот по их игре, что можешь сказать, не зря они вот это высокое место довольно в таблице занимают? Ну, любое место не зря, раз они сейчас на этом месте, значит, заслужили это. В принципе, что ожидали, то и получили. Обороняются глубоко и выбегают в контратаке. У них два хороших нападающих, хорошо цепляются за мячи. В принципе, такую игру и ожидали. Ну, что еще добавить? Нечего добавить.